брат. Поехали. Слушай, ты говорил, ты хочешь снять тест, да, на эту машину? Да. Вместе предложение. Давай. А давай сделаем тест-драйв со звездой. С какой? Любую можем взять звезду, на самом деле. Бля, Соня? Прикольно было бы какого-нибудь рэпера вытащить. Ну, давай, например, Птаху. Хочешь? Да есть вариант. Не, в натуре. Есть, то поехал. Ну, у Птахи есть один большой, я не знаю, минус или плюс, называется инстинкт самохранения. Когда кто-то дубасит, он начинает магематом орать, он тебя может застрелить. Я тебе серьезно говорю. Если он сейчас согласится, то есть, ты понимаешь, что тебе надо будет снизу про, как бы, постепенно. Катить его, да? Так? Катить, а потом просто как дать, что короче, вот, как тебе вообще идея? Давай, поехали. Давай сегодня начнем с Птахи. Давай начнем с Птахи. Если понравится Птахи, мы начнем дальше. Можно целый сезон снять. Перекатать всех звезд. Тогда поехали, Птахи. Сейчас я расскажу. Да угомонись, ты таран, Женя, пожалуйста, хорош, ну все. Ну не надо. Под ДД даже, брат. Че, вы готовы? Да, поехали. Все, поехали. Ну это интересно. Первое ощущение. Очень круто. Вот такой вот просто мотор. Мотор и руль. В целом мне нравится, конечно. Но хочется на блин нажать. Вот они сюда. Да, 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 все датчики, причем вот их куча различных вариантов. Там давление турбонаддува, моторного масла, там охлаждающего. Это уже как. Это как стоковая машина. То есть у нее отличается только внутренняя начинка и все. Да, это вообще жесть. Ну почему жесть? Мне нравится. То есть когда что-то хрустит там. Проблема вот таких машин только в одном. Они очень дорогие в обслуживании. Я покупаю такую машину, мне кажется, готов к этому. Проблема в другом. Честно сказать, есть! Ну давай, есть! Она не едет. А сейчас на чем едешь? Сейчас у нас планка Range. Range Rover Sport? Да. Сейчас он старенький у нас. Ну ничего, хорошие травишки. Я его оставлю себе. Маленький сегодня другой вариант, потому что я не знаю, здесь налево. Мне он очень нравится. Ну так вообще ломается. Слушай, я не могу. Ведровер. Слушай, я, кстати, не могу тебе сказать, что он ломается. Ну все в порядке. Ну, там была коробка, ну, гравитация. Угу. Ну, перебрать, наверное, с синхронизатором уже, конец. Да, ну или пробег 200 тысяч. 200 тысяч? Да, поэтому как бы для Range вообще 200. Просто у нас есть парадокс нашей страны, то что Суперчардж и начинает на нем гонять по дорогам, а он создан не для этого. Спорт в плане не спорт, а спорт в плане по горам катался. Ну, это не вазик, который везде пролазит. Есть для правды, Станислав. На самом деле, кто хочет по горам кататься на Land Rover, они покупают, наверное, это Defender. Defender это прям совсем. Defender, да, у вас прям. Это прям туда, где воды там по крышу там на нем едет. И это такой, как бы. Но у нас все равно машина делает. В космос летаем, оружие делаем, танки крутые. Да, да, да. Тут, кстати, прикольно здесь. Вот этот салончик. Ты ничего не делал, да? Нет, ничего не делал. Это заводская машина. Ну, там за хорошую комплектацию машины. Ну, что-то новая машина, даже нет камеры за ней видно. А ты делал по движку что-то? Да, здесь движок, коробка, другие турбины. Соответственно, машина прошита под несколько типов бензина. Вот сейчас у нас под 98 бензин 750 лошадей и также под спортивное топливо 850 лошадей. Да, направо. Там 750 топлива. Верона касается. Верона касается. Не, ну можно машину довести до ума, как бы продолжить ее тюнинг и можно объезжать на Бугатти. Ну это просто вопрос все денег, как бы все стоит. Желание, да, денег. Да, и желание. Она сдается в аренду, и поэтому я особо ей не буду. Она вот только сегодня вернулась из аренды, и завтра она опять уезжает в аренду. Ты что? Ты что, люди арендуют тебя для съемок? Да, нет, ну кто-то арендует для съемок, кто-то арендует покататься, да, стоит такой удовольствие. 55 тысяч в сутки. Слушай, а если он ее разобьет? Пизда.
дай им одну репочку. Это сильно. Вот так. Давай заправим их помойку. Тебя выпустить погулять? Ну, нет, нет. Как, не как надо. Она глушит? Не глуши, не глуши. Не глуши. Не глуши. Как тебе ощущения? Круто. Нормально прям? Вообще круто. Спасибо, бывает? Да. Сейчас на трассу выйдем, посмотрим. Сейчас мы поедем прям до шарика. На нее нажать. Поедем до шарика. И он шарики хочет открыть. Да. Поедем. Насколько до специализированного меня, насколько, трека? Насколько у меня задница хватит? Насколько сильно? Ну вообще, какие у тебя эмоции? То есть, что ты чувствуешь? Ну, управляется она очень круто. И дорогу, конечно, она держит. То есть даже на байке, когда ты едешь, на каждой вот этой вот кочке она прям... На стыке ты имеешь? Да, вот она прям чувствует, что ты сейчас залетишь. На это нет, она прям... Отрабатывается. Да. И она ложится прям. То есть как бы не отрывается, блядь, эта хуйня. Ну круто. Нельзя сказать, что я супер профессионал или какой-то там знаток машины. Ну вот вообще, вот как тебе, например, вот ты сейчас ехал, ты заметил момент переключения коробки? Нет. Как она переключается? Ну, вот быстро или долго? В начале, конечно, вот когда только начинает, первые две, наверное, скорость вот... Такие пинки, да, потом, потому что коробка здесь постоянно. Да, потом как бы уже просто да. Мягко, да, но очень быстро переключает. Да, очень быстро, очень быстро. И на ней видишь, едешь, я вот еду, то есть я, мне кажется, еду 40, смотришь, там 80. У меня еще вообще нету вот этого. Опасная хрень, на самом деле. Очень опасная хрень. То есть мне такую тачку нельзя. Почему ты думаешь, что тебе такую тачку нельзя? Ну, потому что, знаешь, когда я иногда начинаю носиться. То есть ты думаешь, что ты привыкнешь к ней? И все, да, и ты станешь как бы московским стрит-рейсером. Ты больше не будешь, так? Нет. Ну хочешь, не хочешь, начинаешь исполнять. Когда к скорости привыкаешь, бывает. Все. Вот это как раз я тебе рассказывал тот момент, когда ты думаешь, ты едешь 160, и ты думаешь, что ты едешь, ну, реально 80-100. То есть, а я не чувствую эту скорость. Обманчивое такое ощущение. Это опасно очень. Обманчивое ощущение. Ну, это вот для тех, кто действительно, у кого реакция. Все-таки реакция для такой тачки нужна просто от природы нереальная реакция. Прям фантастическая. А тормоза как? Ну, как бы я проверил чуть-чуть, сказал, что челюсть вывалится. Хорошие тормоза. Тормозит она, конечно, тоже хорошо. Что тормоза? Женя! Что? Как тебе ощущение с Птахой рядом? Да ему по барабану. Он дриттер профессиональный. Ему пофигу, ему даст, мне кажется, сколько там? 330. Ну вот до 330 до 40 он будет. Потом он скажет, притормози, машина жалко. Думаю, ты сегодня... Пип! Без меня. Я не боюсь ни скорости, я боюсь резкой остановки, неожиданной. Меня вот это больше пугает, понимаешь? Вот это вот доли секунды, когда ты думаешь, блин, я столько еще не успел сделать, блядь. Я бывал в этих ситуациях. Такая матрица начинает все медленно. Ну что, поехали до шарика. Теперь я тебя прокачу. У меня сердце слабое, блин. Если он мне... Сердце слабое? Короче, если я... Ой, у меня сердце болит. Я на самом деле очень боюсь скорости, как кто-то за рулем. У меня дикий очкун в этом отношении. Скорости, боюсь американские горки. Не для меня, для меня это просто ад. То есть мне проще чуть подраться с кем-нибудь, я не боюсь. А вот как только вот этого касается, все. Я попадал несколько раз в лютые аварии. И... Слава Богу, Бог меня всегда охранял. И... Как говорится, даже чувак из стрит-рейсеров, как этот фильм назывался, «Форсажа», если разбился, блин, тут моя птаха из центра, если вы видите меня, мама, я тебя люблю, бабушка, я тебя люблю, считайте меня оппозиционером. Только вдавай без этого, но я тебе серьезно говорю, я то выйду где-нибудь, просто... Сами начал, блядь, хорош, хорош! Можно я выйду, блядь? Да ладно, Давид, ничего страшного особо нет во всем этом. Что-то как? Он уже очкует. Он уже сел и все говорит, пожалуйста, можно я выйду? Ты даже на карусельку боитесь со мной кататься. Ты тоже в Портвентуре срался? Вообще, ты чё? Каюсь, я тоже. Чей син, пристегнулись все? Все, да, все пристегнулись. Давай. Я, да. Вот он уже думает только о себе. Не, я всегда сажусь пристегнуть. Я очень боюсь, что не пристегнулись. Они же, наверное, нигде не, да, не выкладывались. Нет, вот сейчас выйдет скоро трек «Сам зануд за покой», это промо к альбому.
промо к альбому. Да, то есть он достаточно такой. Ну, то есть я в нем показываю. Ну, на правах первослушателя можно мне что-то. Давай, твой телефон можно включить? Послушать. Я хоть птаха из центра послушаю. Будто солома ветер носит их под намочайцем старого дома. А я буду убить тут мясо. А дым струится мы с кентами, тучим тут лясы. Фразы летят за окошко, запах косы. Ну ты мудак, блядь! Сука, чтоб ты сдох, мать твою! Урод! Я так глаза закрыл, открываю глаза, и я просто... Я вышел, надо мной ржали все, кто там был. Меня просто ударали пальцем, показывали меня. Ну что, я всю дорогу потом сидел вот так вот с курточкой, блядь, своей вот так вот. Сидел, думал, блядь, а потом я залез на детские качельки. Но адреналин от той качельки, меня сам себе залез на детские качельки. Я сейчас буду пытаться положить стрелку. Там у нас 340 на спидометре на этой машинке. Вот. Не знаю, хватит ли у меня смелости на самом деле на это дело, потому что для меня мой предел скорости 260. Ну давай, ну. То мне хватило буквально, как только стрелка легла, у меня все загорелось, и сразу начал тормозить. То есть я там в повороты старался не ходить. Кстати, где-то вот на этой трассе я это исполнял. То ли там дальше, то ли... Ну, на Дмитровском полигоне, да, конечно. Да, да, конечно, именно здесь это все было на Дмитровском полигоне. Спасибо большое, что построили его. Поехали. Давай, давай, удачи тебе. Короче, 307 км в час, это мой рекорд мокрый. Ну-ка, дай посмотрим. Покажи штаны. На самом деле, очень круто. До хрена эмоции, очень много адреналина. Когда там в поворот в этот ходишь, то есть мне все хотелось тормоз поджать. То есть я как бы понимаю, что я не готов. А я ему говорю, заходим в поворот с этого ряда, режем траекторию, газ, газ. Этот тормоз, я говорю, не жми тормоз, развернет, газ. Да, на самом деле страшно. Ну, вот именно вот этот момент на повороте страшно. Не знаешь машину, когда особенно. Потому что я слабо себе представляю, чтобы я на другой машине такую гоню исполнял. На такой скорости, чтобы я вообще как бы ехал. Потому что мне кажется, что просто на любой другой. Сделай так, пожалуйста. Страшно, я сразу сказал, что я боюсь. Я очкун в этом отношении лютый. Не, ну все равно 307 км в час вот так вот съесть и дать, как бы это... Для меня это... Молодец, 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 да. Сейчас приду валерьяночку. И все будет отлично. Не делайте так,
если не умеете водить. На дорогах общего пользования, это забыл добавить. Да, на дорогах общего пользования, без профессионала рядом, не пристегнутый. Вообще дома сидеть не на дороге. Подвини, да, купить себе, да, купить себе PlayStation, очки 3D и хуяр тебе в наушниках. Надо подключиться сначала там. Не, крутая машина, спасибо большое. Это не знаю. Если вы очень хотите почувствовать, ну, испытать себя, испытать свой страх, насколько вы вообще готовы к скорости, прочувствовать адреналин лютый, обращайтесь к пацанам из Black Devil. Тачки можно брать в аренду, кататься, получать наслаждение, пугать девчонок. Обращайтесь. Это крутая тачка. Тупо быть левым, потому что ты бедный. Это как быть наци, потому что ты бледный. Очень богатым, скрывая, что ты из евреев. Это так глупо, банально, вы тупого тупее. Странно быть патриотом, но за кэш дяди Сэма. Бежать в другую страну, вопя, травит система. Типа борясь с невыносимым народу строим. Ельцин, я помню, демократию в мясо все строил. Демократический бум, свобода 2017. Мажоры сидят на столбах, надежда все нации. РФ, МСК. Шула робот ему так, я сказал, что сейчас будет, блядь, что-то другое уже.